Ребятушки, всем привет. Идем на встречу как сказать, с известным местным блогером Яшка Лазаревский. Так что сейчас замутим типа коллаборацию. Посидим в кафешке, попьем. Да не, ребят, шучу, какая коллаборация. Просто ходит встретиться подписчик, что ведет, может, помогу ему в развитии канала. А вы подпишитесь, ребят, обязательно подписывайтесь на мой каналчик. Смотрите, там обезьянка Яша чудит там. Сейчас дождемся его, он будет ждать нас. Ребятушки, встретились с Яшкой Лазаревским. Здоровенько. В кафе там тихо, там никто не будет мешать. Там. Ребятушки, Яшка. Да, Яша, ну-ка, что такое? Fuck you, what you? Что Яша такой злой? Что такое злой, Яша? Ребятушки, злой Яков что-то. Ребятушки, у Яшки свой каналчик, ребят, я ставлю ссылочку обязательно. Подключить. Трезвый злой? Он что-то у него вообще злой. Че, Яков, как работал сегодня? Яша, нормальная касса сегодня? Наша касса, никому не отдадим. Да? Ребятушки, подписывайтесь. Хочешь видеть, какой Яша работает? Яша Лазаревский передает привет. Всем. Саша приехал, добрался, отдыхает. Да, встретились. Да? Наконец-то встретились на Эльбе. Встреча на Эльбе. Ссылочка будет в описании, да. Якова. Поддержите Яшку такого. Ну, рыжему привет передай. Рыжему покажи, чтобы там не скучал. Рыжий, ну-ка, рыжий скажи. Ну-ка, рыжий. Бандит. Почему скажи вам? Не расслаблялся. Паша, нет. Ох, бля, вот так вот. Яков, давай, чокнись. Давай. Так, ну давай, Паша, встретились. Давай, за встречу, очень рад встречи. Яков Николаевич, давай за Паху махани. За его процветание канала. Давай, чешская, чтобы... его любимая. Да? Да, давай, чтобы вас уже рассказал. Давай. Яков, ты что там? Ругается, а? Вот. Ну, давно... спасибо. Спасибо. Хозяйка Минной Горы. Сейчас это. Я тут давно не был уже, года три, наверное, в этом кафе. Я просто знаю, что Ты вообще по кафе-то ходишь? Как принято? В море не купаетесь, я понимаю. Да я как. Я вот зимой по друзьям мы там проскочусь потом после пляжа. А так вот я дома, домашний. Компьютер, интернет. Куда Сяша? Я Сяша не выездной вообще. А, тебе нельзя, да, сидеть классе? Ну, Челенкарта есть, но прикинь, куда с ним ехать? Да. Ни клетки там ничего, там ни отдыха, ничего не будет. Все ко мне едут, короче. Да, ехал. Давай местный. А так, как ты надумал канал-то что там? Да ничего. И почему? Просто видеозал выкидывать в YouTube. Лярчик еще пришел. И все, вот ведь хер у меня. Самый знаменитый ролик, когда он пермат начал пить. Засвал, подписки пошли на Яшу. Ну, он завирусился? Че, Яков, задыхание будешь и лечит? Сколько ему? 6 лет, молодой, горячий, но они вот и 3 у них идет. Они до 40 лет живут примерно. Если не бухать, не курить, так 30, если бухать, курить. А че, еще курит паскуднее? Я не курил, он не курил. Да, Яков Николаевич, вас сейчас. Не будем? А я такой, Яков. Сейчас разжует, так он растягивать будет. Да? Хватает, ребятушки, как на такой каналчик не подписаться-то, бля? Ребята, давайте поможем Якову. Помоги по его подписчикам. Ой, какой ты. Ты трогаешь рюкзак, не понял. Яков, ты что стесишь-то? Давай, после работы немножечко пивка, сам Бог велел. Да, Яков Николаевич. Когда быковать? Яков Николаевич. Рычак. Работаешь, как настоящий мужик. Да горячо же картошечка-то, ребята, видите, на халявку Яшка Лазаревский, блядь, картошку у дочери вытащил. Это, бля, Яга. Руки убирает, там вроде зубами держит, но так горячо, блядь. А так он что у тебя вот есть? Все жрет абсолютно, всеядный, ну им жирное, жареное нельзя, блядь, соленое такое. Ну и бухать, конечно, не очень нельзя. Да бухать сильно нельзя, хуй делать сегодня. Я же не сильно, но так понты ногами. Вот так он нормально, почки работают хорошо у него. Да, Яков? Дай укусить. Никогда не отдал. Даже хозяину не позвонил. Да? Никогда в жизни не отдал. Они жадные обезьяны. Даже укусить. Горячо, горячо. Смотрите, и Яков упрашивает у нас. Яша. Яша, ну да, на картошечку, на тебе. Паша себе кукурузку свою скормит обязательно. Да ничего, Яков, Николай, возвращайся. Яков, ты что, не видишь, что ли? Яша, бери. Яша, скажи спасибо, да хоть. Спасибо, сказал? Вот она. Блин, какой задлюга. Яков устал. Ребят, ну время позднее у нас, что, Яков спит. Красавчик. Смотрите, Яков, блядь, как хомяк, нахуй, прячет за щеку, блядь. Я же взял за щеку. Картошечку, блядь, да, Яков? Покажи, где там картошечка у тебя? Блядь, вот тебе. Хера там картошечка, да?
А он, а чем он постоянно, почему он кусается? Так показывает, вот? Типа, бумагу. А, типа, бумагу. Покажи картошечку. Ой. Пойдем, посидим пивка, пойдем проводим сейчас Якова Николаевича. Ой, Яша, положение с местной. А ну покажи подписчикам. Ох, блядь, скажи. Скажи, подписывайтесь на меня. Скажи, Яков, подписывайтесь. Скажи, подпишитесь на меня. Подписку сделай, Яша. Все, красавчик, ну пошли. Яков, смотрите, уже отдыхает, блядь, мужичок наработался. Спасибо, вызвал. Все, блядь, сейчас мы пойдем на такси, их посадим, блядь, они помчатся. Ну, пивка сначала выпьем. Видите, Яшко спит, мужичок. Вадики. Кто носит фирму Adidas, тому Якову любая баба даст. Ребятушки, с Яковом заходим за памперсами. Здравствуйте. Памперсы есть поштучные? Я брал здесь четверочка, здесь можно штук 6. Или 10 давайте. Я Яков сейчас памперсы. Мужичку. Чтобы давление измерили, блядь. Ну что, Яков, труселя купил? Труселя взял себе, Яша. О, да. Завтра все девочки наши будут, да, Яков? Все, труселя, все. Завтра с памперсами новыми Яша пойдет тусить. Тусовщик, блядь. Яков ругается, нельзя бегать на каждый свет, скажи, да? Жезл покажи, Яша. Ходить нельзя. Сешку же оштрафую, блядь. Ну все. Подписчикам привет. Яша Лазаревский рулит. Да, Яшка. Ребятушки, давай бегать. Чтобы не вывод, да, сейчас? Закурился. Чокать. Яков Николаевич, давай. Приветствую. Рядышки. Все, с Пашей встретились наконец-то. Да. Вечер, ну, выбрали вечер сегодня, отдохнули вместе, только собирались. Давай. Так что будем продолжать отношения. Не забывайте подписаться на канал. Да. На мой, на Яка Николаевича. Яша Лазаревский, хулиган местный. Яша Лазаревский. Ссылочка будет в описании, господа. Ребят. Ну все, давайте. Ребятушки, ну что? Якова Николаевича мы проводили. Яков Николаевич поехал домой. Мы идем тоже домой, ребята, уже время позднее. Так что подписывайтесь на мой канал. На Якова, на Яшку Лазаревского, ребят, подписывайтесь, обязательно поддержите. Блин, будет видосов. Больше подписчиков, больше видосов. Все, спасибо. Ссылочка будет в описании. На мой канал. На мой канал.